Да что ты не можешь? Я вообще улетит кто-то в космос. Обратно. А вот сейчас у меня вопрос. А что это за кнопка, Индюшечка? Там кнопка в этом, в медицине была. Вот откуда она там? Что? Что она там делает? Вот ты мне объясни. Ты чё, давно с сломанным очком не ходил? Тебе сейчас его опять сломают, и опять со сломанным будешь ходить. А потом я тебе эту палку, знаешь, это уже не важно. Короче, ты вот такой фигнёй больше не занимайся. Ты меня понял? То есть ты, чудой маловек, хочешь сказать то, что ты меня, применял вот на этот омлет квашеный? То есть ты, по факту, сейчас друга на бабу променял, да, какую-то? Да господи, да не выпендривайся ты, уехали мы в эту Москву и уехали, вот же вернулись, давай первый раунд начинай. Да ты что, совсем обнаглела, что ли, я понять не могу? Не-не-не, давай мы этот омлет переросток кикнем отсюда, а не то она совсем уже, обнаглела совсем. Меня нафиг не было 10 дней! Чё ты учудил за это время? Я не буду с этим ходячим омлетом играть. Заткнись! В бабок! Нет, не можем, потому что она бесючая! Бля, ртучик! Ты чё с ним сделал? Я сказал, тронешь моего ртучика, я сам из себя крабовые палочки сделаю! Подожди! Да почему именно сегодня? Ну ё-моё! То есть, когда я 5 серий хочу быть этим чёртовым надзирателем, чтобы ничего такого не проиграть, а тут как только плойка, так сразу я, да ё-моё, ну! А ты чё на меня орёшь? Я тоже на тебя орать могу! Чё на меня орёшь? Это ты мне докажи, что ты так орёшь! Ты первый начал орать! Да кто ещё на кого орёт? Ты на меня! Докажи! Офигел? Какого фига ты уже прошел? Пофигу вообще, какого фига ты прошел? Я тебя даже не видел! Серьезно, ты мне хочешь сказать, ты мне за этими деревьями пробежал, я тебя не увидел? Да, сейчас застрели его! Ты что устроил? Вопрос такой, ты почему притворяешься надзирателем? Это не по правилам. Только вот не говори мне. Говорю! Что этот петух, это ты. Понимаешь, если бы он играл честно, я бы его взрывчил. Просто понимаешь, вот его мозг, его ум, да я не знаю, с чем его сравнить. Вот он плоский, вот такая же, как вот эта дверь. Вот, понимаете, вот не железная, а плоская. Я буду, помогите! Да какой нафиг? Идите в жопу, короче.